Блин. Че потерял? Годовой отчет? Хорошая отмазка. Ну, уже была. Да нет, у меня калькулятор пропал. У меня последнее время слишком часто все со стола пропадает. Такое ощущение, что у меня кто-то подворовывает. Не знаешь, кто это может быть, а? Чё? Может быть, ты? Ты чё, алё, Эркюль Пуаро? Ты это, прибереги свои детективные методы для убийства. А оно будет, если ты не перестанешь меня обвинять. Да? Ну. А кто же это тогда? Не знаю, может, уборщица взяла. У нее эти глазки хитрые, постоянно бегают, сумасшедшие. Уборщица? Та зачем ей калькулятор? Она что, им пол мыть будет? Ну, может, и не она. Не знаю тогда. Но пока доказательств не будет, нечего меня обвинять тут. Доказательства? Да. Доказательства. Будут тебе доказательства. Привет работникам стола и сколиоза! Попался, воришка! Бережок! Я смотрю, и начальство заинтересовалось этим делом о загадочной пропаже Степлера. Ну что ж, я вас обрадую. Коллеги, дело раскрыто. Восстановим порядок событий. Вот этот клерк сегодня утром пришел в офис и спить живительного кофею из кружки вашего покорного слуги. Верно? Но он не знал, что эта кружка смазана клеем. Попавшись в капкан, он решил из него выбраться и тут же схватил линейку, которая тоже смазана клеем. В этой безвыходной ситуации он схватил степлер, и он тоже намазан клеем. Ну что ж, дело закрыто. Обвиняемый приговаривается к 2 годам написания отчетов в пользу потерпевшего. Приговор привести в исполнение прямо сейчас. Осталось найти, где же пропавший калькулятор? Осталось найти это средство этого чертового клея! Или ты останешься без зарплаты, а твоя премия уйдет твоей начальнице на новый костюм! Вот, видишь, видишь? Отчет хорошо, дорогие. Калькулятор. Че ты снимаешь, ну? Я как раз подписывался на YouTube-канал Фанаси ТВ. И вам советую. И Фанаси ТВ, там тоже много чего интересного. Все, подписался. Че вы смотрите? Идите подписывайтесь. Вот так будет с теми, кто не подпишется на YouTube-канал Фанаси ТВ. Да я ж подписался, ну подписался я уже, все, хватит, все, хорош, 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 все, подписан я на ваш фан ICTV, подписан я. Женя. Шо? Ну здесь ты опять, я же тебе сказал, не ходи за мной, хватит. Что ты хочешь от меня? Подписаться на канал? Не буду я подписываться на канал. На какой? Что, 2 раза подписываться? На какой канал? На Фанаси ТВ. Не буду я 2 раза подписываться на Фанаси ТВ, потому что если я нажму 2 раз на Фанаси ТВ, меня отпишут от него, а я хочу, потому что там много чего интересного, смешного и красивого. Вот ты из-за этого зуб у меня и выпал. Смеялся, много смеялся и зуб потерял. А это, не спрашивайте, алкоголь – зло.